Всем привет! Сегодня будем ставить операционную систему Zorin. Мне никак не удалось записать ее с Cinnamon. Флешка не стартовала, пришлось перейти на Windows, скачать образ и при помощи программы Yumi, там в выпадающем окошечке есть система Zorin, при помощи Yumi мне удалось записать ее на флешку. Вот я стартовал с флешки. И единственное, поставил на нее программу для записи с экрана, чтобы вы видели, как происходит установка. Итак, вот имеется иконочка «Установить Zorin операционную систему». Нажмем по ней два раза, кликнем, выберем русский язык. Нажмем на продолжить. Да даже пусть обновление качает, какая разница. Значит, программа требует как минимум 8,6 гигабайта свободного места на диске. У меня там, по-моему, гигабайт 20 я под нее выделил. Так что посмотрим. Здесь я выбираю другой вариант. Нажимаю на продолжить. И посмотрим, у меня где-то там было отмечено, что вот 20 гигабайт у меня есть на 12 разделе свободно. Вот на них я и установлю Zorin. Значит, файловая система Extension 3, форматировать, точку монтировки выберу вот эту, нажму ОК, нажму на продолжить. Ну, сейчас посмотрим. Что он нам тут сообщит. Ну вот, как видите, появилась галочка, что форматировать и что корневой раздел. Нажимаем «Установить сейчас». Выбираем часовой пояс. Значит, еще раз хочу всем, значит, вот посмотрите. Вы можете в списке городов свой город не найти. Выбирайте просто свой часовой пояс. Вот, стоит Москва. Ну и ладно. Пошли дальше. Не зацикливайтесь на названиях городов. А вот часовой пояс — это гораздо проще. Над определением часового пояса он там долго думал, но в конце концов надумал. Ну, русская клавиатура, продолжить. Ну, мои предпочтения уже все знают. Я пишу всегда здесь «user». И делаю пароль тоже user. Почему? Потому что легко запоминается. User по-английски — пользователь. А потом, когда пользователь уже под себя все поднастроит, он пароль может поменять на любой длины. А вот при настройках это очень удобно. Тут даже вот начинается звуковое сопровождение при установке. Ну, подождем. Итак, установка закончилась. Появилась табличка на русском языке «Перезагрузить». Что мы и сделаем. И следующую часть видеоролика я уже буду делать, находясь на жестком диске.